Рифы формировались из кораллов и песчаных отложений в течение тысячелетий. В них кипит морская жизнь, а еще они защищают прибрежные территории и привлекают туристов. Однако коралловые рифы находятся в опасности из-за чрезмерного отлова рыбы и загрязнения воды. Рост температуры мирового океана вызывает обесцвечивание. Коралловые полипы отторгают водоросли, что в свою очередь ведет к потере питательных веществ и смерти кораллов. Я думаю, что самый большой урон нанесло обесцвечивание 1998 года. В некоторых районах мы потеряли до 90% коралловых рифов. После этого рифы довольно хорошо восстановились, пока в 2016-м не произошло еще одно обесцвечивание. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, если ничего не предпринять, к концу столетия коралловые рифы достигнут точки невозврата. Они начнут быстрее исчезать, чем восстанавливаться. В этом году правительство Сейшельских островов объявило о первой в своем роде сделке. Страна перевела часть своего государственного долга в инвестиции в защиту морских ресурсов. Специалисты по охране окружающей среды уже учредили ряд проектов по восстановлению рифов на 155 островах этого архипелага. Для одного из проектов специалисты перенесли мелкие фрагменты кораллов, собранные с морского дна и выращенные в специальных контейнерах, и поместили их в так называемые веревочные ясли. Они представляют собой своеобразный скелет для кораллов. Когда кораллы подрастут, мы перенесем их обратно на риф. Это поможет увеличить число оставшихся колоний, площадь покрытия, а также топографию рифа и биологическое разнообразие, в зависимости от того, какой вид мы пересадим. Спасти коралловые рифы значит спасти и экономику Сейшел, которая основана на туризме. Если здесь сохранится больше красивых и здоровых коралловых рифов и видов рыб, то туристы будут только рады. Больше счастливых дайверов, больше погружений, больше денег для дайвинг-центров. А это значит и больше поступлений от налогов в казну. И все счастливы. Правительство Сейшельских островов при сотрудничестве с организацией Nature Seychelles пытается получить финансирование, чтобы переоборудовать небольшие коралловые фермы и увеличить объем их деятельности. Цель – частичная коммерциализация процесса для обеспечения финансовой поддержки и восстановления кораллов в будущем.